120-миллиметровая автономная минометная система компании Elbit Systems с мягкой отдачей Soultom Spear, предназначенная для легких колесных платформ. Компания успешно испытала систему на нескольких типах бронеавтомобилей. Система представляет собой второе поколение проверенных в бою минометных систем CARDOM. Запатентованная система отдачи, использованная в этой системе, снижает отдачу при стрельбе, обычно около 120 тонн, до менее чем 10 тонн. Таким образом, позволяя относительно легким шасси в течение нескольких секунд справиться с сотрясением в результате стрельбы. Таким образом, Spear способна поддерживать высокий темп стрельбы до 15 выстрелов в минуту, обеспечивая при этом точность огня с круговым вероятным отклонением в 30 метров. Система оснащена гладкоствольным, заряжаемым классическим способом, поворотным минометом, используемым в армиях США и НАТО, а также армии обороны Израиля. Система Spear уже была испытана на платформе Humvee JLTV. Она также может быть размещена на других тактических транспортных средствах, специальных платформах или даже пикапах, позволяя транспортировку таких средств, огневой поддержки, вертолетами и легкими транспортными самолетами. Система приводится в боевое положение или свертывается при подготовке к движению всего за 60 секунд. Минометная система Spear оснащена полностью цифровой компьютерной прицельно-навигационной системой, позволяющей системе действовать полностью автономно, без внешних контрольных ориентиров. Сообщается, что миномет закупается для нужд вооруженных сил Азербайджанской Республики –